Здравствуйте, дорогие друзья, нахожусь на канале Running Cool Game. Я уже задолбался говорить эту фразу вообще, честно говоря. С вами Александр Мурдет, вы сами прекрасно об этом знаете. Ой, я продолжаю прохождение игры Assassin's Creed 4 Black Flag. Так лоханулся, придурок. Что мне тут надо сделать? А, найти мудреца просто. Ладно, найдем мудреца просто. Что-то тут бегает? И мне только кажется. Походу, мне просто кажется. Я тебя сейчас прям на этом дереве готов повесить. Капитан Кенуэй. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Ха. Приятно это слышать. И я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды, отправьте их ко мне. Будьте двойное убийство убив. Конечно. Освободите. Да. Что своба? Что своба? Своба, своба, своба. Что своба? Увидите двух пиратов. Ага. Малыш, ты все правильно понял? Теперь ты ручной. Сейчас на тут забраться наверх вообще никак нельзя, чтоб сверху на них прыгнуть. Попробуем, что ли. Nada, ты видишь? Eu não mordo. Onde diabo se meteu? Sumiu. Все норм, ребят. Все мертвы, все норм.
маки нас убьют. Это хорошо. Давайте взглянем на карту. У нас тут получается ягуар, олень, феррари, ламборгини. Что еще у нас? А, так вот. Нужно освободить пирата. Так, а куда дальше-то? Твою мать. Пиздец. Нужен. Сделал самый большой прикол в мире. Вообще в жизни. Что твою мать, твою, что произошло? Что? Что ты делаешь, идиота кусок? Фух. Блин, вообще нет ничего. А, одна единственная стрела. Что, твою мать, происходит? Блурд написано двух, вроде бы освободил двух. Ну ладно.
Спи, все нормально. Так, блин. 4 улучшения доступно. В смысле? Может, здесь что-нибудь доступно? Сами делаешь, ядрё, Матрёна, а я что-то вот протупил. Думаю, 3 хватит. Всё. Так, это не они. Это не они. Где же они тут могут быть? Вот они, 2 козла. Берите, что сможете унести. Ждать не будем. Еще дротик. Сейчас фигнем его. Спать, брат, на том свете отоспишься. Ах.
сделано все по фэншую. Ты помог нам, Кенвей. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Эгоист и дурак. Хорнигол был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенвей. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король, не родина. Тамплиеры. Тамплиеры — наша семья. А где твоя? Ну, извините, чуваки, семья, у них семья. Слушай, нам плохо, нам будет сейчас просто убегать оттуда. Я чувствую. Честная служба — это лишение, низкая плата и тяжкий труд. Нам, джентльменам, удачи, доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Ха! Да, я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что их яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. А, это что, мудрец? Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже! Ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца. К западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Ух. Не сделал, ничего не сделал, что не сделал, ну и все, жизнь говно. Новая надежда. Прежде, и котейками начинает моя мешать. На, котейка, поздоровайся. Да? Не хочешь поздороваться? Забавно. Цингу лечить приятнее, чем болеть ей. А как словишь что-то от шлюхи и лечишься ртутью, мечтаешь заражаться снова и снова. Вас что-то тревожит? Да, конечно, все хотят жить по правилам, так? Но под давлением инстинкты побеждают законы, сковывающие всех. Что влечет кредо, если оно не вызывает одинаковые поступки? Оно дает ощущение причастности. Что скажете? А, люди — это овцы. А старый волк вроде меня по праву пьет всю эту кровь. Отправляйтесь сюда. Лишь с верными людьми. Люди, мы близко к раскрытию всех тайн. Я надеюсь. Так, столомая, точки обзора, сумки и прочая ересь. Так, друзья, закончим эту серию. Пока тут найду все сундуки, а потом мы вернемся к нашим заданиям. Спасибо, что находились на моем канале. Спасибо, что смотрели мои видео. Ставьте пальцы вверх, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.